Всем приветик. Мы сейчас с Димкой идем в детский сад. Блин, у нас сегодня такая пасмурная погода, унылая. Правда, снег везде, вот, по крайней мере, здесь растаял. Но в основном вот у нас снег, на самом деле, возле леса. Вот там много. А тут, в открытом пространстве, снега почти нет. Он, видите, Димка идет, с собой Чебурашку взял. Да? Друга своего. Сначала хотел и Лунтика, и всех там, и обезьян приходить. Говорю, нет, давай кого-то одного уж. Это сейчас придем с целым детским миром. Идет, идет. Не знаю, пойдут они сегодня в саду гулять, нет. Вроде сейчас погоду посмотрела, когда уходили. Вроде передают утром дождь, днем уже просто облачно. Не знаю, посмотрим, потому что вчера его забрала из сада. Вообще весь грязный был. Пойдем. Вот так мы обычно идем в детский сад. Пока обойдем тут все вокруг да около. Сейчас я бы еще на руках несла вчера коляску в саду оставили, потому что, ну, я не ожидала то, что Сережа не будет работать. Отвезла его в сад на коляске, а назад уже забирали на машине. В общем, коляску оставили в саду. Она у нас, ну, не поместится, в общем. Не то, что не поместится, она у нас не складывается, коляска, там спинка сломана, то есть там сидячее положение, ее, ну, как не сложить из-за этого. Так что вот, ну, ничего страшного. Я как бы охранницу предупредила, что мы оставим на территории детского сада, он говорит, ничего страшного. Так что такие дела. Так, что-то именно тут игрушка, что, ой. Мне показалось, или молния сверкнула сейчас. Блин, убиралась, убиралась. Сережа опять сюда Димину машину приволок. Потому что у нас эти машины, я не знаю, на каждом шагу под ногами валяются. Так, это я сейчас вещи с сушилки сняла. Сейчас надо будет разложить по местам. У нас, смотрите, в комнате как темно. Прям потемнело. Сейчас, наверное, дождик ливанет. 7. Нет, у меня тут еще никак не досохнет, потому что вчера поздно вечером тоже повесила. Тут ворот у Димины водолазки еще такой влажный. И в этой комнате, смотрите, какая темень. Вообще ужас. Ой, сейчас тоже, блин, хочу подмести, потому что все сегодня утром нашлепали. На улице грязь же, вот этот песок весь в дом несется. Сейчас вот ботинки тоже надо будет перемыть. Не сейчас, чуть попозже. Сейчас я немножко освобожусь. Зашла тоже в магазин после детского сада. Вот у меня закончилась мука, потому что я планирую сегодня печь. А муки нет. Вчера на кулич все израсходовала. Вот, в общем, взяла увелку. Не знаю, мне кажется, я, по-моему, такую не брала. Взяла 2 килограмма, потом лимон и кислота. Кстати, про кислоту надо чай себе налить. Закипело у меня тут. Хочу почистить тоже чайник, потому что там столько накипи уже, блин, насобиралось. Вода плохая. Сейчас это крепкий будет. Так, видите, как я делаю несколько раз. По цвету ориентируюсь. Потому что вот этот пакетик, он прям, если чуть дольше его заварить, он такой горький, но неприятный на вкус. Листовой я люблю покрепче, а этот нет. Так, дальше лимонную кислоту. Это я чайник сегодня планирую, по крайней мере, почистить, если у меня время будет. Вот такие взяла макарошки, как они, цветочки, да, наверное, правильно называются. Батон хлеба, салфетки, 3 апельсина. Взяла, у меня уж очень Дима любит апельсины. Полюбил, в саду вот им дают, и он прям стал любить. Вчера, получается, я готовила кулич, у меня вот как раз в рецепт шел апельсин. У меня половинка оставалась, он прям с таким удовольствием покушал его. Вот решила 3 штучки взять. Мандарины, что-то он в последнее время как-то нет, а вот апельсина... Прям полюбились ему. И пачку изюма. Взяла большую пачку. 250 грамм. Вот. Изюм сюда. Так. Макароны сюда. Так, потом я муку пересыплю. Так, и хлеб сейчас буду делать бутерброды.
очень хочу попить сразу чай, потому что у меня, как всегда, весь день распланирован. Чуть ли там не по секундам, по минутам все, блин. С чего начну, чем закончится у меня день. Так, сейчас. В общем, давайте вам расскажу, что у меня ноги дрожат до сих пор. Пошла я с Димкой в сад, да, повела его в сад. А Дима же, он какой, он постоянно вот, он редко когда может просто спокойно идти, у него постоянно вот это, он куда-то бежит, постоянно торопится. Так, где у него тряпка? Постоянно куда-то он спешит. В общем, подходим мы к саду. Обычно мы заходим, знаете, как не с торца, а вот так вот обходим, то есть там крыльцо. А тут я смотрю, выстригли кусты и, в общем, сделали проход. Можно заходить теперь с торца, с другой стороны, на то же самое крыльцо попадаешь. Вот, и смотрю, одна девушка пошла со своим ребенком, по-моему, девочка, у меня на велосипеде девочка ехала, и они зашли с этой стороны, мы с рот там не ходили. Зашли с этой стороны, они, в общем, поднялись по лестнице, поднялись, ну, поставили свой велосипед, и Дима. Дима, он все бежит, и тут вот он бежит, бежит и спотыкается. Представляете, спотыкается возле самой лестницы. А там лестница, я не знаю, как... Вот, в общем, сама лестница, и вот это как... Край лестницы, я не знаю, как правильно назвать. Ну вот, начало вот этой лестницы, как, в общем, вот это ребром, ребро вот этой от лестницы, оно обшито металлом, не знаю, как правильно называется, ребро будет. Вот, в общем, край вот этой лестницы, вот как заходишь, вот так получается вот тут. Вот, представляете, он спотыкается и прям лбом хлобысь. Вот об это самое ребро, которое обшито железом плотным, представляете, все. У меня чуть сердце не осталось. Он как начал кричать. Я думаю, все, я думаю, весело просек себя. У меня начало в глазах темнеть, а я вообще, я кровью боюсь. Думаю, а он в шапке, а шапка с таким, знаете, подворотом, бортик такой тут идет широкий. Я боюсь эту шапку оттопырить. Думаю, сейчас оттопырю рассеченный лоб. Думаю, там вот этот рот кровяной откроется, блин, и все. Я не знаю, что делать, блин, у меня все, ноги подкашиваются. Он кричит не своим голосом. Я его взяла на руки, где-то потихоньку, думаю, сейчас вот если кровь увижу, думаю, прям в обморок упаду, вообще кровью боюсь. Вот, начала топырить и смотрю, слава богу, вот я не знаю, нас спасла, наверное, шапка все-таки, потому что она с таким уплотненным бортом. Смотрю, у него немножко, прям чуть-чуть кожа содрана, там даже до крови не дошло, прям тонким слоем содрана кожа. И вот он начал кричать. Я его кое-как успокоила, он: мама, мама, мама. Думаю, блин, какого черта мы поперлись, блин. Что нам не шло с той стороны, хотя там та же самая лестница, но там, по крайней мере, выложена плитка и ровнее вот этот сам, где асфальт проходит, там выложена плитка. А здесь вот эта дорога вся не обработана, вот это какой-то поломанный асфальт. И он прям, вот, я думаю, вот надо было же самой лестнице, представляете, прям так лбом. Я все думаю. В общем, минут, наверное, 15 на улице с ним постояла, но подождала, вообще посмотрела, смотрю, где-то что-то он успокоился. А мы же заходим в сад, там сразу меряют температуру. Она ему полезла под шапку, говорит: подождите, я говорю, давайте попозже померим. Я говорю, он сейчас упал, я говорю, сейчас посмотрим, вообще, говорю, есть что-нибудь холодненькое у вас, приложить к колбу, ну, чтобы это не опухло, ничего. И вот она принесла мазь, тензилгон, что ли, как-то... На Т, по-моему, тензилгон, она сказала, называется. В общем, такая полупрозрачная желтая мазь, вот она из холодильника достала, принесла. Мы ему помазали, она говорит, это вот от ссадин и от синяков эта мазь. Говорит, не будем ничего холодным прикладывать, потому что мазь такая достаточно холодная. Она говорит, нормально. Я говорю, я боюсь, как бы у него вот это ни сотрясение, ничего не было, потому что там этот костяк прям, говорю, я не знаю. Она, да нет, все нормально. Я села прямо, не могу встать. Вроде как-то что-то переодела. Говорю, может, его все-таки лучше домой забрать. Ну, фиг знает. Все-таки удар головой был такой неплохой. Она, да нет, все нормально. Если что-то мы там заметим в поведении, естественно, мы вам позволим. Но нет смысла, говорит, его вести домой. Как бы ничего там. Все нормально. Говорит, не переживайте. Если что, мы, говорит, с вами на связи.
В общем, смотрю, там ребятки выбежали. Дима. Причем, ну, там в основном все старше него, он такой самый маленький. Но многие уже не все, но многие уже разговаривают. Я там Дима, смотрю, он развеселился, там схватил свою чебурашку и все, и побежал с ним. Даже не поцеловал меня, уже забыл про меня. И, в общем, все, я не могу до сих пор отойти, я вся обдумалась, позвонила Сереже, так и так, блин. И вот Сережа тоже, говорит, хоть, говорит, сотрясение не было, говорит, фиг с ним, есть там вот эти синяки, ссадины, говорит, главное, чтобы нормально все было. Говорю, я не знаю, говорю, в общем, они мне сказали то, что будем на связи с вами. Я вот так распереживалась. Я говорю, а Дима, вот, ну, знаете, он постоянно, он такой у нас прям шустрый, он постоянно что куда-то торопится, постоянно бежит там, я не знаю. Тут, я не знаю, вот это прям в одну секунду все произошло, я даже не успел, как говорится, глазом моргнуть. Прям очень, конечно, испугалась. Я думаю, не дай бог, блин. Потому что вот это острие. Занимаюсь своими делами. Я сегодня вам утром говорила, то, что хочу испечь куличи. Я их все-таки испекла. У меня на самом деле были такие грандиозные планы на сегодняшний день. Думаю, уберусь, переделаю столько дел, сниму несколько рецептов. Два рецепта хотела снять. Из них, в общем, мне удалось сделать только куличи. И такие куличики я испекла. Так, получше будет видно. В общем, я на них потратила полдня. Потому что, когда снимаешь, ну, на камеру, это все очень снимает много-много времени. Конечно, если бы я не снимала, это... В общем, процесс быстрее бы весь шел. В общем, вот такие кулички у меня, получается, получилось 4 больших. Вот эти вот у меня 2 в упаковке. Вот этот вытащил из формочки. Вот этот мы сейчас с Женей пили чай уже. Он очень мягкий, очень воздушный. Естественно, видео выйдет на кулинарный канал. Но, в общем, вы знаете, я не буду об этом постоянно говорить. В общем, если я что-то показываю вам, значит, естественно, это все выйдет. Ну, как такие, я имею в виду, хорошие какие-то рецепты, не как макароны сварить. Вот. Вот эти я 4 штучки не стала... Ой, чуть не уронила. Не стала вытаскивать из формочек. Вот такая формочка есть. Она такая красно-оранжевая. И вот такая. Очень удобная. Это маленький. В общем, я не стала эти 4 штучки вытаскивать. Я думаю, Сережа их возьмет на работу. Я ему, конечно, предложу. Не знаю, согласится он, нет. Правда, вот не знаю, в пакете как-то, ну, не очень. Если они помнутся, вот эти верхушки, бусинки эти все послетают. Не знаю, у нас коробочки такой не, чтобы их поставить. В общем, не знаю, я ему предложу. Если захочет, возьмет с ребятами, там чай в обед попьет. А вот эти я вот вытащила из упаковки. Очень мягкий, очень хороший рецепт на самом деле. Может, на самом деле сейчас скажете, Аня, какие там куличи еще до Пасхи, там почти целый месяц. Ну, так как я веду кулинарный канал, естественно, такие вот перед праздником рецепты снимаются все заранее, пока эта тема еще актуальна. Вот. Дальше. Жень тоже пришел со школы, мы только с ним пообедали. Из всех дел, вот, на самом деле, что я успела сделать, это вот запустить машинку, чтобы она постирала красные вещи, мне вот тут вывесила. Тоже достала чемодан, это вот я в процессе приготовления, пока у меня тесто подходило, пока запекалось, в общем, в духовке. Вытащила чемодан. В чемоданах у нас обычно хранятся вещи сезонные, вернее, не сезонные. Вот сейчас, то есть зима закончилась, я достаю более прохладные вещи. Вот все никак я еще не закончу. Все вот так рывками туда-сюда бегаю. В общем, джинсы, вот это все достаю. Более такие теплые, там свитера. Я сейчас буду это все убирать по чемоданам, естественно. У нас 3 или 4 чемодана, что ли, с вещами. Вот эту кучу тоже так и не разобрала, которая утром собиралась. Это вещи из чемоданов? Которые сзади тебя лежат? Нет, это я сушилки утром сняла, чтобы вещи постирать, повесить. У меня даже не было времени их разложить. Тоже сегодня весь день тучи, облака ходят. Чуть не знаю, будет дождик, нет. Сейчас, как я только соберусь, зайдем, и сразу дождик пойдет. Тоже тут постирала. Женя на зимние кроссовки сушат, стоят. А ты, Жень, больше не будешь, да, их одевать-то? Кроссовки ведь, ну, сейчас высохнут. Стельки или батарею положила.
Кроссовки пусть тут будут. Разбери вот эти, Жень, свои вещи, где твои убери, а я свои уберу. Ой, что это? Блин, хотел сказать, молния, что ли? Это, блин, лампочка у нас что-то мигает. А я, главное, стою в окно, смотрю, там отсвечу. Никак не пойму, молния, что ли? В общем, складывай свои вещи. Апельсин ел, убирай с стола. В общем, а я сейчас остался час всего лишь. И уже идти за Димой. Вот сейчас за этот час пока... Буду перебирать тут вещи, убирать туда-сюда. Но летний-то пока доставать не буду. Сейчас такие джинсы, спортивки, в общем. Более тонкие кофты достану. Забрала Димку из сада тоже. Вот идем в сторону дома. Не знаю, вроде у него лоб нормальный немножко. Вот видите, кожа чуть-чуть содрана. Но воспитательница, в общем, сказала... Она говорит, мы в течение дня ему мазали вот этой мазью. Она говорит, вроде ничего. Так я говорю, он не капризничал, ничего. Он говорит, нет, все нормально. Вот сейчас пришла, смотрю, он там с девочкой сидит в группе. Между группой коридор, в общем, там, между дверей, так скажем. Раскладывает пазлы, сидят, они играют. Сидит довольный. Аж еле заставила одеться. Говорю, пошли домой, он прям разыгрался. Чего? Не, мы туда не пойдем, котенок. Вот. Не знаю, будет у нас дождик, нет. Тоже оделась сегодня. Сейчас пошла вот эту куртку черную, она полегче уже, чем розовая. Вот джинсики одел уже так классно. А то вот эти утепленные штаны прям надоели, честное слово. Ботиночки одела. Кроссовки пока одевать не буду, потому что все равно где-то лужа, где-то грязно. Одела вот кожаные ботинки пока. Как раз для такой погоды они отлично подходят. Вот у нас прям тут вообще разруха. Все дома посносили по лету. И ничего не делается. Но сейчас летом буду что строить. Капюшон прям у меня сдувает. Смотрите, сейчас на кухне Диме, главное, разогреваю борщ. Бежит ко мне, такой, мама, мама, за руку меня ведет сюда. Чего? Не бойся, мам, сама боится. Смотрите, какой паук у нас. И причем он прям на нас ползет. А я сама, блин, этих пауков боюсь. Села, он, смотрите, замер. Я его сдула сначала туда, к стене. Нет, пошли, пошли на кухню. Скоро папа приедет, будет его ловить. Не знаю, надо его в каком-нибудь щель, что ли, сдуть. Вкусный, Дима, апельсин? Да. Думаю, молодец. Мама. Апельсин вот этот, кстати, сладкий попался, который сегодня купила. Сейчас Димке тоже почистила. После борща сидит, кушает. И с вилочкой прям. Мама! Вот я слышу, там машина что твоя заработала, что тикает. Ну, сейчас докушаешь, ручки помоем, пойдешь играть уже, да? Нет. Давай тогда говори всем пока-пока. Увидимся с вами завтра в следующем видео.